Новые российские праздники и новую памятную дату – День неизвестного солдата – отметили в городе воинской славы Ельня. Рассказывают наши коллеги из телестудии Смоленской епархии Святой Меркурий. В городе воинской славы Ельни состоялись торжественные траурные мероприятия, посвященные новой в российском календаре дате – Дню неизвестного солдата. Новый праздник на родине гвардии начался с освящения двух поклонных крестов у въездов в город. Такие символы христианской веры со временем будут установлены возле каждого населенного пункта Смоленщины. С установлением этих поклонных крестов город Ельня приобретает особую Божию силу, которая будет охранять, защищать и благословлять всех людей, проезжающих мимо. В Свято-Ильинском храме города Ельни состоялось отпевание неизвестного воина, найденного поисковым отрядом «Русич» в Красненском районе. Чин отпевания возглавил епископ Исидор. В лице этого солдата мы сегодня отпеваем всех тех воинов, которые положили жизнь свою за то, чтобы защитить наше Отечество от неприятеля. Их имена нам неизвестны и, по всей видимости, уже никогда не будут известны. Но мы сегодня молились о том, сердцевецу и Творцу, о том, чтобы Он упокоил этих солдат, имена которых Ему точно известны. Прах неизвестного бойца был предан земле в сквере героев города Ельни. Участники митинга возложили венки и цветы к могилам неизвестных героев.